Наша с вами задача сорвать спецоперацию, не дав Беглову победить в первом туре. Это будет наш первый удар, ну и контрольный политический выстрел, если так можно выразиться. Второй тур, 22-й. Но я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая. 5 тузов в колоде. Этих выборов проводить нельзя. А не странно ли, когда выборы губернатора происходят в других субъектах федерации? Но то, что я сейчас снялся, хотя бы поставит какой-то знак на этих выборах. Может быть, так больше не будет. В 9:30 направление я приношу в избирком заявление о снятии с выборов. Есть такая работа — с людьми разговаривать и обращаться к сердцам и душам людей. Могу и свои стихи почитать. Мы просто ждем, спокойно ждем, когда он полыхнет всеочищающим огнем. 17-й тот год, в котором полк, а может взвод, а может 5 солдат придут и спросят, где тот гад, который виноват. Замашет рукавом метель, забьется по земле, и будет 1000 смертей плясать в ее петле. Вопрос повиснет в небесах и камнем упадет. Когда застынет на часах тот полк, а может взвод, а может лишь 1 солдат войдет, открыв ногой ту дверь, которую 100 крат открыть не смог другой, поднимет верное ружье, посмотрит на господ и тихо скажет: вот и все, пришел тот самый год. Мы просто ждем, спокойно ждем. На этом я завершаю этот стрим. До свидания, дорогие друзья. Верьте в победу, народ победит, если мы будем правильно понимать реальность, правильно соглашаться с тем, что мы хотим сейчас делать, и если мы хотим в будущем хотеть не собственного благополучия, а счастья для нашего народа. Будьте здоровы!